как думаешь? Здесь где-то, наверное, километров 25 будет, наверное. Хорошая прям такая, я чувствую. Ну да, тоже. Да. Прикольно, я первый раз. Да я сам первый раз. Я машину бросил в Крыму, все, говорю. Я наездился на машину. Я понял. А мы проехали, через пару часов такая фигня. Отдал более отчаянным людям, пусть едут. Я понял. Где родился, там пригодился. Я понял. Это значит тебе до Краснодара, а там уже, да? Ты до самого Краснодара отпустил? Ну не знаю, он вроде вот наш вот желтый автобус идет до самой Москвы. Так это автобус. Да. А вы на чем? А мы вот розовый тоже. До Краснодара. Ну класс. Тяжеловато, зато я спокойно сейчас вот здесь. Ну я понял. Смотри, утки черные. А мост в скольки километрах отсюда? Вон видно, точно. Ну, километра, наверное, 10 до 12 будет. Ну да, да. А интересно, как легковушкам проезжать по... А там же реверс. На пароме. Нет, на пароме как. Я смотрю, ни одной легковушки. Я видел военные корабли заезжали и их перевозили в интернете. А сколько стоит? Без понятия, честно.